Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Солнечный, но морозный и дымный антициклон на юге Урала и Сибири снова усиливается. Хотя с севера его начинают вытеснять арктические циклоны. А теперь о погоде более подробно. Во вторник, 6 декабря, в Новосибирске без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. За окном в темное время суток минус 22-24 градуса. Днем синоптики прогнозируют минус 15-17. В последующие двое суток погода также без существенных осадков. Ночные температуры составят минус 22-24 градуса, днем 7 декабря ожидается минус 17-19, а в дневные часы 8 декабря столбик термометра покажет 18-20 градусов ниже нулевой отметки. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю отличного настроения.